Морозовые яблочки, сорванные с дерева. Кто ел? Вкус детства. Гляньте, там даже снег внутри еще. Папик ходил гулять с собакой, принес морозовые яблочки. Но они, видите, вот половина замороженная, но они дубовые, они морозовые. Сейчас вот растает, разморозится, и мы их попробуем. Это такая вкуснятина. Вот они сверху, видите? А снизу еще вот не дошло. Но морозовые сейчас, мне кажется, они разморозятся и будут полностью мягенькие. Объедение.